Главное предложение сегодняшнего дня – джинсы. Базовая вещь в гардеробе каждой из нас. С ними можно придумать миллион образов, а главное – носить в любое время года. Наши джинсы способны творить чудеса, делать бедра упругими, а ноги длинными и стройными. Все тайны о наших джинсах «Ливерпуль» от бренда «Мегаполис» знает и расскажет нам по секрету Микола Комендров, наш звездный стилист. Бренд «Мегаполис» сегодня вас порадовал именно тем самым продуктом, который вы чаще всего просматриваете в магазине, но, к сожалению, со вздохом отказываетесь от него, потому что они не садятся. От бренда «Мегаполис» джинсы могут сесть, потому что они полностью пошиты именно для вас. У них уже особая высокая подрезная талия, которая еще и закреплена на эластичной резинке. Специальный эффект пушапа, который впервые представлен на нашем телеканале «Ваша попа», в ней будет намного аппетитнее, за ней будут охотиться. Красивая элегантная цветовая гамма, правильная подсветка, как будто фотограф расставил свет так, чтобы ваши бедра смотрелись вкуснее и элегантнее. И самое главное, еще раз, впервые на нашем телеканале не только джинсы пушап, но и не только высокая, а глубокая посадка. Она специально адаптирована под дам корпулентных форм, у которых акцентный животик, для того, чтобы просадить эту пару джинс на вас и подтянуть этот силуэт. Темно-синий цвет, классика в твоих руках. Помимо этого у нас для вас есть серый цвет, вот такой вот роскошный, глубокий, и черный цвет, который для себя выбираю я. Микол, давай помогать выбирать размер, потому что джинсы должны сидеть. Размеры у нас от 48 до 60. Здесь у нас с вами также легко выбирать, здесь никаких нюансов и подводных камней нет, джинсы соответствуют размерам, поэтому вы можете смело взять размер в размер. Но дамы 50-го, 52-го, 54-го по 60-й, у вас есть еще дополнительное преимущество, вы можете брать и на размер меньше. Ух ты! То есть вам удобно, но дамы 62 тоже могут присоединиться и 60-й забрать для себя. Вот сейчас за 60-й максимальный размер начнется бить. Во модница 62-го, присоединяйтесь к нам, забирайте себе джинсы «Ливерпуль». Впервые на телеканале Shop & Show джинсы «Push Up». Более 50 тысяч покупателей нашего телеканала выбирают джинсы своей покупкой. Более 11 тысяч джинсов было продано в дебютный эфир. Только сегодня специальная цена на наши джинсы «Ливерпуль» – 1999 рублей. 44% мы с вами экономим. Я хочу сказать, Микол, что мы с подругой ходили по магазинам, а я джинсы для себя крайне редко выбираю, ты знаешь, да, мою историю. Но вот у меня подружки очень любят, они примеряли джинсы, и одна из них, мы смотрим на нее и понять не можем, красивые формы у нее всегда были, мы всегда ею гордились, она всегда привлекала к себе внимание. Но тут ягодицы прям, знаешь, стали какие-то плоские, как будто бы, ну, она от жизни устала, понимаешь, от чего это происходит? Да, от жизни может устать, конечно же, часто наш организм, но джинсы должны быть правильными. Правильно расставленные анатомические акценты именно кармашек по задней полочке дают возможность создать фигуру или хотя бы ее не испортить, а лучше, когда улучшить. Обратите внимание, как выполнена здесь отлитная кокетка. Она слегка так идет ресничками или бровками, да, над домиком, то есть эффект подтяжки. Анатомически правильное размещение карманов, как я вам говорил, четырехфазное сечение, там, где врач делает укол, то есть размещенное, опять же, правильно. Вы видите здесь дополнительный бонус, да, вот такая вот утягивающий элемент вшит здесь для того, чтобы ягодицы всегда были в статичности и приподняты выше. Высокая отлитная кокетка, которая тоже немаловажна. Смотрите, в обычных джинсах она 3 сантиметра, а здесь 6. Мы с вами получаем эластичная резинка, которая занимает здесь позицию 14 сантиметров, но растягивается как минимум еще на сантиметров 5. То есть у нас с вами есть дополнительный запас. Поэтому ваша попа будет улыбаться этому миру правильно. Это впервые на телеканале Shop & Show джинсы, которые делают ваши формы правильными, упругими и роскошными. Успейте сделать заказ только сегодня. У нас специальная цена менее 2000 рублей. И даже звезды носят джинсы не только в обычной жизни, да, но и, конечно же, с удовольствием вот в любой момент. Смотри, у нас джинсы слегка зауженные, как мне кажется, да? Всем ли подойдет?
Да, они слегка заужены, но все-таки выполняют прямой силуэт, да, то есть все-таки они не тянут в колени, не тянут в икрах, потому что многие отказываются от покупки джинсов по этой причине. Но джинсы должны еще иметь правильный состав. В данном случае 62% было отдано классическому сырью для джинсов, это хлопок у нас с вами, остальное занимает полиэфир и эластан. Такие джинсы не дают вытяжки на коленках, не растягиваются и не рвутся по швам, и очень долго можно их мобильно носить. Поэтому в таких джинсах вам будет комфортно. То есть они не будут сидеть колом, не будут врезаться в зоне паха, не будут создавать такую агрессивную реакцию, когда вы сидите в зоне пояса. То есть пуговицы не нужно растягивать, резинки подстраиваются. Ну и, как я уже сказал, специальное трение вот этих вот света, которое здесь правильно расположено, тоже обеспечивает вам бонус. Ну смотрите, какие ягодицы, какие батюшки. Формы, как будто всю ночь наша Ника приседала, да, усиленно. Кто знает? 1999 джинсы с эффектом push-up. Впервые на телеканале Shop & Show такой эффект. Серый есть в наличии, темно-черный есть в наличии, темно-синий есть в наличии. Три варианта, размеры до 60-го. 62-й к нам присоединяется. И помните, берете две пары джинсов и получаете бесплатную доставку, потому что она сегодня снижена и начинается от суммы заказа 3990 рублей. Вот, Микол, смотри, ты сказал, что в составе есть хлопок. И мне очень важно понять, мы эти джинсы когда будем носить? Осенью, зимой, весной, летом? То есть будем ли мы их убирать куда-нибудь на антресоли или все-таки прям активно каждый сезон? Мы будем их носить активно каждый сезон, потому что джинсы вообще, в принципе, не имеют сезонности, но если только те, которые оснащены еще дополнительным флисом. Здесь нет этой необходимости. Хлопок – это природный продукт, король тканей, который действительно у нас с вами носится в любой сезон. Плотность здесь достаточно для того, чтобы первую осеннюю непогоду до нуля и даже до первых там минус-минус два ходить даже без колготок. Зимой можно всегда пододеть термобелье. Вы не так давно покупали, кстати, термобелье на нашем телеканале от Бурлеска. Его можно будет добавить под джинсы в самые высокие морозы. В любом случае у нас с вами полотно держит форму. Ему помогает в этом еще и полиэстер, которого здесь небольшой процент, около 20, и, конечно же, лайкра. Лайкра, кстати, несмотря на синтезированный продукт, является антисептиком. Джинсы с эффектом push-up впервые на телеканале Shop & Show по специальной цене. Это специальное предложение дня. 1999 рублей джинсы Ливерпуль от бренда Мегаполис.